17 мая церковь празднует память мученицы Пелагеи Тарсийской. Святая Пелагея родилась во второй половине III века. Она была дочерью богатых язычников. В юности она познакомилась с христианами, от которых услышала о Господе Иисусе Христе и его спасительном подвиге. Пелагея уверовала и решила принять христианское крещение. В это же самое время один знатный юноша-язычник пожелал взять Пелагею в жены. Но девушка отказала ему, желая посвятить себя Христу. Римским императором тогда был Диоклетиан. В конце своего правления он начал преследовать верующих во Христа. Многие известные христиане были вынуждены скрываться. В их числе был епископ Тарса, родного города святой Пелагеи, Клинон. Святая Пелагея решила разыскать епископа, чтобы принять от него крещение. Епископ Клинон крестил Пелагею, и, получив благословение, она вернулась в город. Святая Пелагея открыто исповедовала христианскую веру, призывая знакомых ей язычников обратиться ко Христу. Святую отвели на суд к правителю. Судьям не удалось склонить Пелагею к отречению от веры. На уговоры и угрозы она отвечала, что желает получить от Господа небесный венец и будет верна Христу до самой смерти. Святую приговорили к смерти. Когда император Константин Великий прекратил гонения на христиан, над могилой святой Пелагеи в Тарсе был построен храм.